Центральная больница Темиртау подходит к завершению капитальный ремонт. В план строительных работ вошли улучшение административного отдела и переоборудование части травматологического отделения в пульмонологическое. Так врачи готовятся к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Охвачено площадью около 1000 квадратов, то бишь на двух этажах. Ведутся сразу ремонтные работы. К Новому году договор будет освоен. Отделение рассчитано на 36 человек плюс 9 палат реанимационных коек. Реанимационные койки располагаются на первом этаже. Ремонтными работами занимается шымкентская фирма «Бурнай». Для более комфортного нахождения больных в пульмонологическом отделении в каждой палате подрядчик установил отдельный санузел. Палаты также оборудовали системами общего кислорода. Это не первый наш ремонт. Поэтому у нас есть опыт проведения капитального ремонта, и можно сказать, что подрядчик неплохая фирма. Мы работаем с пониманием, с согласованием. В общем, думаем, что у нас закончится ремонт и будет очень красиво. Теперь в больнице есть новое цифровое рентгеноборудование. С его помощью осуществить обследование можно в положении стоя или лежа, а результат будет готов незамедлительно. Это рентген-установка, новейшая аппаратура, которая позволяет благодаря плоскому дисплею проводить более глубокие снимки с хорошей, с высокой разрешаемостью. Но чтобы людям было понятно, что с одного снимка можно захватить большую область и будет разрешаемость очень высокая. Ремонт центральной больницы осуществляется при поддержке акимата Карагандинской области и управления здравоохранения. На это выделено 120 миллионов тенге. Анастасия Граф, Максим Ломакин, новости Темиртау.